один. Старый. Вообще отломался. А, беру все. Там дома перебереться. О. На одной поляне насобирали. Продолжаем мы собирать. Не заметил я, вот только что видео переключилось, опять съемка началась. 30-минутная. Будем опять 30 минут собирать грибы. Ну вот, бегал я. Еще одного гриба не заметил. Рядом сидел на песке. Конечно, кто смотрит видео, наверное, заметил его раньше меня. Но тут уже азарт, столько грибов в одном месте. Поляна целая. Во. В одном месте получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 маленькие, 2, 9, 10, 11 грибов. Сейчас я их буду чистить. Почистим, побежим далее. Как-то нам камеру поставить. Ладно, на землю. Ставлю на землю, так что съемка не очень будет. Ладно, ради случая вытрусил грибы с ведра. Будем чистить их. Беру мох. Протираю ножку мохом сразу, где песок. А потом ножом буду. Ладно, эту длинную ножку отпилил я, отрезал. Чистка время много, конечно, занимает. А его у нас то немного. Ну, буду брать тогда до темна грибы. Если будут, конечно. Мне повезло сейчас столько найти в одном месте. Буду протирать и чистить сразу. Песчаная гора, тут пески они все. Да, беру грибы на сушку. Печи сушить. У печи сушеные грибы потом хорошие на борщ. Да на суп. Борщевики на борщ, а молоденькие на супец. Вот это красавец вообще. Я думал, их два, он тройный такие грибок. Грибок красавец вообще. Так, бляха. Нож, конечно, не грибный у меня. Бачите, выхватил ножку сильно. Надо маленький ножик иметь. С тупым кончиком. Эй, бляха. Ладно. Не получается обшкробывать ножку. Надо более срезать то, что шкребу так отламывается. О! В одном месте сколько грибов лупану. Все, почистил. Забрасываем все в ведро.
На одном месте сразу пол ведра рыба. Сейчас я их забрасываю, бежим дальше. Это она еще кто-то притоптал шляпку. Но он вырос все равно. Вот это черноголовый. Ножка толстая такая. Сейчас мы идем за такими грибами в основном. Место хорошее там у меня есть. Там черноголовых много грибов, если никто не прошел. Так, смотрим, тут еще вокруг. Полянка неплохая такая. Ну, просмотрю, вот тут бугорок. Тут вот эти бугры. И пойдем дальше. Да я отсюда начал искать их. Попадаться. Так. Солнце, солнце. На закат пошло. Низко. Мухоморы. Много мухоморов растет. Я говорю, где мухоморы, там и грибы белые. Еще 2 года назад я грибницу рассевал, делал. Со старых боровиков больших. Заквашивал их в 5-литровой бутылке. Проливал. О, еще 2 гриба. Попались. Ладно, это я зарежу. Чтоб песок не выдирать, этот не чистить. Ножку все равно надо выкинуть, чтобы в земле не оставалось. Ножка в земле — это будет грибница загниваться. 2 гриба. Так, смотрим вокруг. Это вот там мы брали только что, это я вокруг обошел. И опять 2 грибка попалось. Ну, уже неплохо, можно сказать. Не зря ехал. Почти пол ведра. Да лесники тут ездили, видно, поломали лес, следы его на 66-й. Ох, красавцы, офигеть, вернее красавец, я подумал, это тоже гриб, это мухомор у нас, а рядом, во, черноголовый боровик, вот такие я люблю собирать, во, черноголовик. Сейчас ему ногу почистим по-быстрому. Конечно, чистка занимает время, но... О, красавчик эхи. Иглицей пахнет, так. Я наверх достану, чтобы потом не доставать. Да. Смотрим вокруг. Это я эти, что много, там взял. Потом тут пару. И вот вернулся, тут нашел. Обычно такие черноголовые боровики семьями растут. Но этот один лежу. Нема боли. Сейчас еще пройдемся. Гляжу сдалека, не видно. Ну, такая вот горка, больше песчаная. Не будет, думаю. А вот уже где сосны мелкие подрастают, там и грибы попадаются. Я еще до основного места не дошел, а уже насобирал хоть чего. Так.
Это тут гробницу рассевал по этому вот острову. Это было 2 года назад. Может даже и 3. Не помню. У меня то видео на канале есть там. Старое. Кое на давности. Это подзабылось. Ну в том году не было грибов. Ладно, сейчас переходим в другое место. Обратно. Или что-то. А, да. Вот. Это та просека, по которой мы пришли сюда. Она туда так тянется, так вот на бугре зашла. По этой просеке мы выйдем на молодняк. Там пасека стоит, холодный улик. И там грибов пошукаем. Сейчас я хочу зайти сюда, вот в этой повалы. Тут у нас я грибницу сам рассевал. С бутылки специально в таком месте глухом. Ну конечно, тут завалили все это. Сосновый пилильщик, сосны погрызток пили, свались кругом. Что само уже попало. А может и накрыли место мое, ну, где грибница была засеяна. Не видно. Не буду время терять, пойдем дальше. Перейдем, там лес интересный такой. Молодняк. И старые сосны. Сворачиваем на просеку. Еще тут болотянка небольшая. Ну, раньше болотянка была. Даже вода стояла тут. Мох видно. Вот. Болотный белый мох. Сфагнум этот. А сейчас эти воды высохло все уже. И там, где было болото, вот видно болото тут. Совсем такое. Где было болото, сейчас стало просто сухая земля. Прошли низ этот. Видно. Идем дальше. Ну так вообще-то неплохо. О, польский. Чуть не наступил, не задавил его. Молодый. Вроде польский. Да? Ладно, не буду такого брать. Не зря, я быстро прохожу, быстрым шагом. Ну, грибы будем потихоньку ходить. Солнце все ниже и ниже. Улей холодный. Видно колода. И там пасека. Впереди еще, может, штук 5. Так. Сюда мы не пойдем, это вот дорога. Можно сюда было мне и на машине подъехать, но там проехать вниз. Раньше типа речки текло такой. Ну сейчас она то высохла, но колеины большие, там ветки. Не хочется. Обдеру всю эту в машине краску. Ну краску не обдеру, лак тут точно. До краски протеру. Так что я пару километров пешочком. Все равно по дороге грибы искать надо. Они машинами едут. Тут уже немного ходу сбавляем. Начался у нас грибный лесок. Рядом на бугруту. Росли тут, сейчас глянем, что по почве. Ну, вроде бы не сухая такая, чтоб сильно. Ну, суховато, конечно. Ну, влага есть. Процентов, может, каких 20.
самое такое место, когда заходишь, было все тут в грибах, черноголовые и белые, что я говорю, черноголовики и беленькие, вот беленький грибок попался, бляха, одной-то рукой неудобно чистить. Песком ведро не положишь, так некрасиво так обрызгал. Ладно. Так, что-то мне присядем назад, глянем вокруг. Не видно боли. Да, присядешь, обычно больше горбов видать, чем стоишь. Бляха, лежу рядом там и как-то это мухомор он. Думал, может и тут мухомор. Ковырнул ножом. Шляпку, короче, оторвал. Ну, ножку заберем тоже. Белый грибочек красивый. Был красивый, покуда я его ножом не сломал. Это рядом его мухомор. Какие-то бледные. Прямо с подоглицы гриба достали. А то знаю, что они тут должны расти. Так что внимательно надо все глядеть. Ну, конечно, это не те годы, что раньше. Но все равно грибы есть. О! Прямо в мху. Я думал, может, кто срезал, докинул шляпку, аж не. Просто так расти. Потихоньку. Видно, мухоморчики. Ну, не спеша. Собираются грибы. Решетовик. Так. Пройдем сейчас этот еще участочек тут вот. По бугорку так возле низа. Получается низина у нас. И по склону этому пройдем. И туда и перейдем там. На ту сторону там дорога лесная. Через дорогу. Решетовик, решетовик.
Я прошел что-то справа, видно было. Сейчас зайдем глянем. Это мухомор. Такой шляпкой белесой. Идем на белый мох этот. Это излюбленное место рыбов, белые мхи. Так. Не видать. Погнали дальше. Мальчики. Ну, мухоморов много. Это хорошо. Раз начали так мухоморы расти в этом месте, то и белые должны пойти в рост. О, кто-то поднял гриба. Я тут обычно тоже их поднимал, да. В этом лесу тут много рыбов тоже. Я сейчас пойду туда дальше, за бугры. Полз болота по старому лесу черноголовые боровики шукать. А уже по возвращению назад тут буду. Но уже солнце совсем вон видно. Над самыми соснами там. Думаю, еще часик выкроим. Там уже потемнее. Где надо до машины чесать. Тут я быстро иду, обычно рыбу не попадалось так. Иду на бугор этот, на это, на белые мхи. Попилили лес лесники, он куча светок. Тут сосны были. Все. Жуки едят. Лес у нас много сильно. Сейчас кусты ломимся. Вот это хорошая местинка такая. Обследовать надо. Конечно, если тут не будет у нас грибов, то не знаю особо, где еще их можно найти. Не видно, конечно. Ну, так повезет. Достаточно еще пару семеек найти, штук по 20. Тогда можно и ехать до дома. Вон улик холодный.
Ну сколько уже пробежал. Покуда тишина. Сейчас в молодую посадку заходим. Немного темновато. О, кто-то сбил гриба. Или то положили специально пенек типа для грибницы. Короче, надо дожди. Если прошел хороший дождь пару дней, мелкий, то грибы пошли волной расти. А так за неделю, что накопилось, уже высыхает. Такие места гриба и не видно. Вот. И ни одного. Да, расти. Вроде бабок под березой. Это бабок по-белорусски называется. Сейчас я продвигаюсь уже. Этот молодая посадка заканчивается. Там старый лес возле болота. На нем черноголовые были. Вон, осы тут были позатом году. Гнездо ос лисы выкопали. Осталась яма. Да. Не видно гриба.